В зимний период шанс получить вирусное или острое респираторное заболевание увеличивается в разы, особенно в местах, где большое количество людей – автобусы, детские сады и школы. Каждый родитель старается поддерживать здоровье своего ребенка, отдает противовирусные препараты, заранее делают прививки. А вот что касается физиологических заболеваний, невирусных, то без обследований выявить то или иное нарушение в работе органов довольно сложно. Поэтому по инициативе Сочинского управления здравоохранения был дан старт акции «Академия здорового ребенка». Из 400 детей, почти 400 детей, которых обследовали они, все же у нас есть такие неприятности, как 5% повышенное артериальное давление, 4% повышенный уровень холестерина, 12% детей имеют проблемы с лишним весом и с неправильным питанием. То есть достаточно такой старт серьезный, надо с этим бороться. А борются с этим врачи Центра здоровья. Специалисты проводят экспресс-обследование учащихся с 5 по 11 классы. Проводят общий осмотр, берут анализы крови, проверяют дыхательную систему и делают кардиограмму. Кроме того, консультируют по принципам здорового питания и образа жизни. Если есть возможность, то уделить, пожалуйста, отдыху обязательно. 40 минут, час. Это может быть либо сон, либо прогулка на свежем воздухе. Такой экспресс-обследование уже прошло в 4 школах. В каждом учреждении образования специалисты принимают в среднем по 3 дня. Сегодня в 24-й школе свое здоровье проверяли ученики 9-х и 10-х классов. Необходимо, чтобы узнать, есть ли какие-то проблемы со здоровьем человека. Возможно, он об этом не знает, но именно благодаря этому обследованию он узнает о своих, возможно, неизвестных болезнях. До конца года специалисты проведут экспресс-обследование учащихся порядка 10 школ. После этого в образовательных учреждениях в рамках этой акции планируется проводить уроки здоровья для школьников, их родителей и педагогов. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.